В Тверской области создадут координационный совет по поддержке волонтерства и социально ориентированных НКО. Об этом сообщил губернатор Тверской области в ходе общения с журналистами по итогам заседания регионального Кабмина. Основные задачи координационного совета по поддержке добровольчества и социально ориентированных НКО – это содействие волонтерам Верхневолжья в реализации планов, подготовка предложений по совершенствованию законодательной базы, популяризация добровольчества. В состав совета войдут представители общественных организаций, органов власти, местного самоуправления, законодательного собрания, общественной палаты региона. Предполагается, что актуальные вопросы участники совета будут обсуждать не менее 2 раз в год. Такие коллегиальные органы действуют уже в 15 регионах ЦФО. Отметим, что Тверская область заняла 1-е место в ЦФО в 2018 году по количеству зарегистрированных волонтеров. В единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано более 6500 волонтеров Верхневолжья. По итогам 2018 года Тверская область заняла 1-е место по ЦФО по волонтерскому движению. Мы полагаем, что это очень полезная работа, которую мы видели и в выборном процессе, и в направлениях социальной защиты, поддержки населения, в образовательном направлении, в развитии патриотического воспитания. У нас такой, так сказать, очень хороший, наверное, исторический тренд по волонтерству. Будем его сохранять.